Привет всем! Привет, меня зовут Таня. Сегодня мы будем открывать огроменное яйцо Майнкрафт. Круть какая! Давай посмотрим, что там есть? Давай. Вау! Что это, Даник? Это как какой-то сундук, да? Да. Для сокровищ. Там ничего нет внутри. Нет. Можно посмотреть? Какой классный сундучок. Разные всякие интересные вещи кладут в сундучки, да? Их надо находить? Да. Есть там такое в Майнкрафт? Конечно, есть. Круто. Прикольно. Что там есть еще? Что это? Кто это? Это помощник Стива. Это помощник Стива? Да. А это еще один брелок, вот такой вот человечек. В каске. Ручки и ножки двигаются. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Класс. Можно будет на рюкзак прицепить. Да, Даник? Они классные. Держи. Что там дальше? Ух ты, что-то красное такое. Что это? Какой-то... Это корова какая-то? Да. Обалдеть. А что это за выросты тут у нее такие? Что это? Не знаю. Какие-то красные штуки на ней прицеплены к ней. У нее голова даже двигается. Она может, смотри, качать головой. И ногами может шевелить. Это он в прыжке. Та-да-да-дам, та-дам. Я прыгаю. Что там еще? Что это такое? Это что такое? Это какая-то медуза? Да. Прикол. Обалдеть. Медуза или, не знаю, какой-то пришелец. Да, Даник? Да. Там еще много? Да. Это что еще такое? Что-то черное. У меня длинные ноги и руки. Да, долговязый такой. Долговязый черныш с розовыми глазами. Да, я подскажу вам. А этот вообще классный. Посмотри, у него рот открывается и закрывается. Руки у него двигаются. Зомби. Страшный зомби. Черный, да. Глаз... Глаза-то какие у него розовые, ты видел? Он классный. Он отжимается. Да, только руки у него не сгибаются. Что там есть еще? Бассейн. Что это такое? Я не знаю, что это такое. Даня говорит, что это бассейн. А мне кажется, это какая-то рамочка. Или это какой-то артефакт очень важный. Ребята, пожалуйста, если вы знаете, что это, напишите нам, пожалуйста. Ну, очень интересно, что это за штука такая. Там еще что-то есть? Конечно. Ну, давай. Посмотрим, что там есть еще. Ой, что это такое? Что это? Это какая-то медуза еще одна? Еще одна медуза, правда, черного цвета. Ножки у нее так чуть-чуть сгибаются, тут только чуть-чуть двигаются. Так. Ну, классные брелки, на самом деле, мне очень понравились. Можно весь рюкзак будет завесить просто Майнкрафтами. Да, Даник? Что там у нас следующее? Что это такое? Это какая-то собака, это волк, по-моему, да? Да, это похоже на волка. Тут у него такая шерсть более пышная здесь, в передней части волка. Ноги тын-тын-тын-тын, сильно не двигаются. А зато у него поднимается хвост, посмотри, как высоко. Ты посмотри. И голова. Голова тоже поворачивается вот так. Класс. Дин-дин-дин-дин-дин. Я бегу к тебе, мой друг.
А ну-ка, что там еще есть? Это что такое? А это леопард. Хвост у него какой-то кривой. Он крутится. О, смотри. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Голова у него также поворачивается. А ножки, ножки такие маленькие. Это какой-то не очень. Это какой-то не очень быстрый леопард. Ну, что там? Что там осталось? Осталось что-то? Так. Еще один брелок. Ух ты, кто-то с оранжевой головой. А это еще один человечек. Что это за человечек такой, Дань, ты знаешь? Как его зовут? Ну, он классный. Не знаю, Стива. Стива, да? Ну, классный, классный. Человечек. Привет! Это наш мир. Это наш квадратный мир, да? Есть там еще что-то из квадратного мира, Даник? Да. Вау! Вот это круть! Пистолет Майнкрафт. Пиум-пиум-пиум-пиум-пиум-пиум. Круто, тенюшка. Там еще что-то есть? Там есть такие классные очечки. Даник, ты крутой. Ну, вообще. Ты просто майнкрафтовский агент, да, Даник? Да. Осталось там еще что-то? Что там, Даник? Что это? Ну и что они включались? Я всего лишь хотел померить очки. Пока.